налитие чая, да, и потом народ будет видеть, как это все происходило. Вам сколько пакетиков? Один вам. Чем больше, тем лучше. Да? На халяву можно один. Возьмите, пожалуйста. А туда нельзя его, потому что у меня рука занята. Можно, дело в том, что я вас снимаю, поэтому я не могу так вот. Это человек. А знаешь, вот всех крестующих вами, следом поплотни. И разожди вот, комнаты колени. Еще надень руку на батон. Чтоб сумраки стоят на башне. Он сразу мир покажет. Он сразу мир покажет. Отлично, я забираю свою. Ну, у меня вот две руки только, к сожалению. Раз, что-то ломает. Уже чуть-чуть открыло окно. Уже стакан. А там варенье. А как вы думаете, что вы согретом не супернем? Зато хоть руки можно отогреть. Я не знаю. Чтоб легче было. Ну, а все-таки ваше чувство внутреннее. Чтоб холод вас ночами не мелечь, свечами запасить. Да уж надо. И разожгите в комнате камин. И разожгите в комнате камин. И снова ветры зимние, опять туманы дымные и снег. Колючий снег всю ночь метет. Метет и так, но мы забудем скорости в себе и все горести и скорости. Все фиксирует на плен. Пожалуйста, я подогнил. Все фиксирует, вот так заглядывается в чат. Проходите, садитесь. Сейчас. Обожу. Секундочку. Субтитры сделал DimaTorzok.
стол, может, по всей бумаге. На ваши вопросы, или сейчас, или в ходе семинарии, которые я буду давать. Что-нибудь есть сразу же сейчас какой-то вопрос по поводу турнира, шахматов или чего-то? О себе расскажите. Как вы? Себе. О себе? Так трудно о себе говорить. Ну, скажу, что я родился в 1943 году в эвакуации. И моя папа из Ленинграда, и когда мне было что-то такое, месяцев 8, мы вернулись в Ленинград. Поэтому, когда где-то лет 10 назад мне в Амстердаме позвонил корреспондент газеты «Вечерний Троиц», попросил меня интервью, я сказал, что я имею отношение к городу Троицку, но вы не подчиняетесь, кто-то относительно. Он сказал, жалко, если вам хоть 8 лет было, и да, у нас научились и 8 лет. Ну, да. После чего я в...
съемку. Так ви дуже думати, а і що после вип'ять, і ви почитали, окей, що ви маєте вип'ять. Я ще пам'ятаю, я сказав, окей, не треба вип'ять, все одно ванну, окей, вип'ять, це важливо, а не позицію. Thank you.